Приветствую вас, посетители моего сайта, меня зовут Владимир, и в этом видео вы пошагово увидите, как и на каком сайте железобетонно получить безвозмездный перевод в размере 114 285 рублей всего за полтора часа на свою банковскую карту. Вот эту пачку денег я заработал на данном сайте всего лишь за 24 дня. О самом сайте вы узнаете чуть позже, сейчас вам нужно лишь досмотреть данное видео до конца и после этого внимательно повторить мои действия. Платить вам здесь ничего не нужно и, скорее всего, это ваш единственный реальный способ начать зарабатывать уже с сегодняшнего дня, поэтому выделите 90 минут своего личного времени и в течение этих минут вы гарантированно получите первые денежки на свой счет. Чтобы не быть голословным, я покажу вам доходы и расходы своего онлайн-банка. Набираем Сбербанк онлайн и нажимаем «Поиск». Вводим логин. Вводим пароль и нажимаем «Войти». Вводим код и нажимаем «Подтвердить». Здесь вы видите мои персональные данные, фамилия закрыта, имя и отчество. На балансе у меня 7 миллионов 620 тысяч рублей. Для наглядности давайте перейдем по карте. Вчера я заработал 106 тысяч рублей, позавчера 110 тысяч рублей, 3 дня назад 124 тысячи рублей. В общем, почти каждый день, получается, мне переводят чуть более 100 тысяч. Я вам гарантирую, если повторите то, что я скажу, вы уже в течение часа получите свой первый перевод. Я абсолютно уверен, что каждый из вас может зарабатывать такие же деньги, просто нужно знать сайт, который реально каждый день без задержек платит своим клиентам. О самом сайте обязательно расскажу, а сейчас заглянем в раздел профиля, чтобы вы убедились, что я реальный человек. Вот, а теперь начнем зарабатывать. Переходим на сайт. Ссылку вы найдете только на моем сайте под этим видео. Я специально скрыл адрес и логотип сайта, чтобы видеоблогеры не начинали массово распространять нашу схему. Здесь вы получаете деньги за установку мобильных приложений на ваш смартфон. Вы будете получать до 7000 рублей за установку приложения на премиум смартфоны Samsung. Также моментально будете выводить деньги на карту или любой кошелек. Итак, проходим регистрацию, вводим почту. Придумываем пароль. Вводим имя и фамилию. Можно просто инициал. И нажимаем «Регистрация». Здесь у вас будут доступны 20 мобильных приложений, за которые платят от 100 до 200 рублей. Но если вы выберете OS Android и модель Galaxy A9 Pro, то оплата станет другой. Например, вот здесь 6800 рублей. Во втором стало 5
5780 рублей. В строку IP-адрес устройства мы будем арендовать уже готовые виртуальные смартфоны через один секретный сервис. Адрес я тоже скрыл, но вы найдете его ниже под видео. Это сервис аренды смартфонов из любой точки мира. Ну, в общем, можете здесь почитать подробнее об услуге. Огромный выбор моделей, качественная прошивка и, самое главное, гаджеты отлично подходят для работы с приложениями. Вот такие вот смартфоны через интернет сдаются в аренду, а мы, соответственно, можем использовать их для заработка. Все это подробно изучать не нужно, но хотя бы бегло почитать и понять, как все это работает, лишним не будет. Вот, смотрите, у каждого из вас есть возможность арендовать один смартфон бесплатно. То есть, на этом сайте вы бесплатно арендуете Samsung версии A9, как раз именно то, что нам нужно. И именно этот секрет позволяет мне зарабатывать такие большие деньги. Нажимаем красную кнопку «Генерировать» и получаете IP-адрес смартфона, который вам выдали в аренду. Выделяете IP-шник и нажимаете «Скопировать» либо правой кнопкой мыши. Переходим обратно на первый сайт и вставляем выданный IP-шник смартфона. Нажимаем «Установить». В данный момент идет установка первого мобильного приложения на Samsung, который мы арендовали, и, соответственно, за это нам заплатят 6800 рублей. Итак, первая установлена, сразу переходим ко второй. За первую нам уже заплатили, и чтобы вывести средства, нам нужно установить все доступные приложения. То есть данный IP-шник нам нужно вставить во все приложения и нажать «Установить». Если не хотите ждать, вы можете перемотать видео вперед, либо наблюдать за установкой под приятную музыку.
Итак, заканчивается установка предпоследнего приложения, и у нас уже на балансе 106 490 рублей. Устанавливаем последнее приложение. Итак, мы заработали 119 тысяч рублей, немного больше, чем планировалось, но не суть. Теперь нажимаем «Мои финансы». Я буду выводить на банковскую карту. Вводим номер карты. И нажимаем «Вывести средства». Вот, теперь смотрите, у нас транзакция будет не выполнена, так как здесь никто не выводит сразу за один день более 30 тысяч рублей, но это нормально. Спускаемся вниз и видим, что первоначальный статус начальный с лимитом до 30 тысяч рублей. И чтобы получить большую сумму сразу, нам нужно увеличить максимально допустимую сумму для одной операции. Моментальный вывод средств до 150 тысяч доступен на профессиональном, на Pro-аккаунте. Вывод средств завершен на 92%, и чтобы получить деньги, подключаем профессиональный статус за 700 рублей. Нажимаем на кнопку, вводим имя, вводим почту. И телефон. Нажимаем «Перейти к оплате». Здесь вводим номер карты. Я оплачиваю кредитной картой Евросети. Вы, естественно, можете оплачивать любым удобным для вас методом. Нажимаем «Оплатить», вводим код и нажимаем «Подтвердить».
Максимально допустимая сумма увеличена, теперь идет вывод средств. Вывод средств успешно завершен. Сейчас должна прийти смс-ка. Теперь переходим обратно в Сбербанк. На счету у нас было 7 628 125 рублей 22 копейки. Запомнили эту цифру. Обновляем страницу. Деньги упали. Теперь у нас 7 748 000 рублей. Ну и так далее. Как видим, упало ровно 119 980 рублей. Друзья, вот эту пачку денег я заработал благодаря вот этой несложной схеме. Поэтому, если вы хотите урвать большой кусок пирога, не откладывайте на завтра, иначе может так получится, что схема накроется, или же один из сайтов просто-напросто заблокируют. В общем, всем удачи и много-много-много денег!